такие мероприятия, чем чаще будут проводиться, тем это больше поможет нам, как спортсменам, как специалистам, тренерам. Надо показывать то, что мы умеем. Возможно, из-за какого-то такого мероприятия зажжется новая звездочка, которая все будет на Олимпиаде. У нас есть два ключа к успеху. Это дисциплина и слушать тренера. Если ты уж требуешь, то должен соответствовать. Если мы бежим кросс, я бегу с ними первый. Если мы встаем утром на тренировку, я прихожу первый. Секретов нет, я просто на самом деле люблю это дело. Я, можно сказать, родился на ковре. И для меня, наверное, нет более любимого занятия, чем передать свои знания детям. Для меня это большое счастье. Это вообще очень здорово. Это правильно, я считаю. Это правильно на уровне государства, на уровне всех субъектов Российской Федерации. На самом деле такое нужно проводить не то чтобы в какие-то дни определенные, а в целом, ну, довольно часто, потому что, ну, иначе тут удачи, как говорится, не видать. Надо молодежь как бы направлять на путь правильный, так сказать. Секретов никаких нету. В целом это обычный самый распорядок дня, где ты соблюдаешь приемы пищи, определенный калораж и количество сна. И плюс второе – это дисциплина. Постоянство, не пропускаешь. Ты можешь пропустить тренировку только в очень крайнем случае, по состоянию здоровья, может быть, что-то там еще. Но не более. Если ты там не захотел, тебе лень, ты захотел на природу поехать, ну, такие люди чемпионами не становятся, в принципе. Я считаю, что для победы нужно быть очень дисциплинированным человеком и любить свое дело, проявлять уважение к соперникам. В первую очередь, конечно, дисциплина. Даже если ты будешь талантливым человеком, без дисциплины и труда на тренировках у тебя ничего не получится. Такие дни, они однозначно важны, потому как такая большая площадка, это, естественно, возможность показать все виды спорта единовременно. Каждый вид спорта обычно ведь занимается только у себя в зале, и простой человек, кроме как видео в интернете, к сожалению, не может видеть всю внутренность, так скажем, чем дети занимаются, как они добиваются этих результатов. И я считаю, что такие дни – это отличная возможность маленьким детям, а также и не маленьким, увидеть, как это все происходит, и, может быть, даже выбрать для себя путь на ближайшие много лет. И, может быть, здесь даже входит какой-то чемпион по определенному виду спорта, и именно сегодня он вступит на этот путь и добьется высоких результатов, прославляя нашу Сахалинскую область. Меня мама отдавала фигурное катание в 4,5 года, когда у меня была страшная аллергия прям по мясо. Кожа сходила, я плохо видел, и часто были простудные заболевания. Меня давали спорт для того, чтобы закрепить здоровье. Это действительно так, если мы говорим о физкультуре, вообще о спорте в большем проценте. Конечно, большой спорт без травмы – это прям счастье, это удача, это подарок судьбы. Он очень редкий. Большие травмы – большой спорт, понятно. Но глобально, в любом случае, спорт в жизни человека – это здоровье, это дисциплина, целеустремленность – это те планы, о которых ты помечтал где-то там далеко в голове, и все, и типа, ну, а ты идешь. Это не просто слова, это дело. Вот мне кажется, все равно люди спортивные, они чуть получше приспособлены к жизни, потому что они четко, без розовых очков, понимают, что делать, как и как идти к своей мечте.